Здравствуйте. Мы находимся около выставочного центра «Фабрика». Уже в третий раз здесь проводится уникальный развлекательно-образовательный проект «Фабрика мультфильмов». На огромной территории выстроен целый анимационный завод. Здесь рисуют, лепят, придумывают и озвучивают персонажей. Дети могут не только посмотреть, как делаются мультфильмы, но и поучаствовать в их создании. Каждому маленькому ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами прыгать, а иначе он сорвется, тра-ба-бах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Новой, и вообще я как бы собираюсь как раз в этой области идти дальше. В принципе, все нравится. Детское желание увидеть мультфильм, сделать его самостоятельно. Дочке нравится, сын где-то бродит с мамой. Ему больше нравится, он постарше. Мультфильм обошла.